Калязинское отделение спортивной борьбы известно своими достижениями и успехами на всю Тверскую область. В копилке самых ярких успехов прошлого года – победа в первенстве Европы по спортивной борьбе среди юных спортсменов. Первое место на всероссийском турнире в Мурманске. Золото и серебро на соревнованиях уровня ЦФО. Командные победы калязинцы не раз одерживали на областных соревнованиях по спортивной борьбе. Спортсмены входят в состав сборной Тверской области и становятся чемпионами. В чем секрет успеха и как тренируют будущих чемпионов, об этом в нашем сюжете. Отделение существует в Калязине с 1986 года. Оно было открыто как спортивная секция подвижником Вагифом Ахмедовым, который на добровольных началах многие годы занимался с детьми. В наше время в секции занимается 120 ребят разных возрастов. Юные спортсмены во главе со своим тренером, наставником Дмитрием Челюшкиным, активные участники разных турниров и соревнований, с которых всегда возвращаются с медалями. Учатся бегать, отжиматься, кувыркаться. Вот какие-то игровая тренировка у них там идет. Дмитрию Сергеевичу помогает нести тренировочный процесс Владимир Степанов, бывший воспитанник отделения борьбы. По инициативе родителей в селе Нерль Калязинского района 7 лет назад был открыт филиал отделения спортивной борьбы. В здании сельского клуба тренер проводит выездные занятия с местными ребятами. Некоторые из них уже достигли больших успехов. Борьба очень хорошо развита, все отмечают, даже Твери, очень всегда хвалят. Во-первых, работа наша с администрацией, как она нам помогает. Всегда ставит нас пример, развитие наше, зал наш борьбы ставит пример. В Тверской области не так много районов, где развита греко-римская борьба. Это Тверь и еще 6-7 районов. Из них Калязин в тройке сильнейших. Копилка юных спортсменов всегда пополняется высокими наградами. И чтобы места для занятий у ребят было больше, его планируется расширить. Сейчас есть планы по расширению этого зала, чтобы там можно было разместить два ковра. И вот мы планируем в ближайшее время изготовить проектно-сметную документацию. И уже в ближайшее время, в течение 2022-2023 года, и площадь зала в два раза расширить. В Калязинском отделении борьбы ребят учат быть развитыми не только физически, но и быть сильными духом. Это и позволяет им становиться победителями и не бояться трудностей. А впереди у юных спортсменов первенство ЦФО и России.